Друзья, всем привет! Меня зовут Марина, я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня хочу вместе с вами приготовить песочное кольцо с арахисом. Колечки получаются очень вкусные, рассыпчатые. Мне нравится кушать их с молоком, с кофе. Надеюсь, что мой рецепт вам тоже понравится. Для приготовления нам понадобится 350 грамм муки. Я ее просеяла и добавила одну щепотку соли. 100 грамм обжаренного арахиса. Одно яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя, 200 грамм сливочного масла, растопленного до комнатной температуры, 130 грамм сахара и 1 столовая ложка ванильного сахара. У меня здесь все вместе, и ванильный, и обычный сахар. И один белок мы будем обмазывать этим белком наши кольца. Размягченное масло растираем с сахаром. Добавляем яйцо и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо взбиваем, можно взбить при помощи миксера для того, чтобы наш сахар быстрее растворился. Затем постепенно добавляем муку. Готовое тесто убираем на 30 минут в холодильник. Через 30 минут тесто раскатываем в пласт толщиной 10 мм. Берем кружечку и делаем наши коржики с помощью таких вот отверстий. В центре тоже делаем отверстие, то есть придаем нашему тесту форму колец. Готовые кольца мы перекладываем на противень, который застилаем пекарской бумагой. У меня получилось 7 колец. И еще специально для ребенка я делаю из этого теста вот такие вот кругленькие печенюшки. Они ему очень нравятся, они рассыпчатые, вкусные. Печенье я посыпаю сахарной пудрой. Теперь мы наши кольца смазываем белком. И затем кольца посыпаем пережаренным арахисом. Коржики убираем в духовку, разогретую до 200 градусов. Будем готовить примерно 10 минут. Готовятся они достаточно быстро. Песочные кольца с арахисом готовы. Также приготовилось мое песочное печенье. Получилась его вот такая вот тарелочка. Получаются кольца очень вкусные. Мне больше всего нравится их кушать с теплым молоком. Рекомендую вам попробовать мой рецепт. Мне кажется, вам должно понравиться. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, до новых встреч!